Всем здорово, с вами Фил, и сегодня я хочу построить для вас новый домик. Как он будет называться, еще не знаю, но думаю, к концу выпуска придумаем. Но если не придумаем, тоже ничего страшного. Начнем, пожалуй, строить его с треугольничка. Как-нибудь вот так вот поставим. Хотя нет, давайте вот так. Вот, поставим так. Сделаем лесенку к нему. Вначале, как обычно, будем строить из веточек. Начнем с фундамента, потому что с ничего другого мы начать не можем. Вот какой-нибудь такой, я думаю, особо большой нам не нужен. Вот такой вот фундамент будет. Давайте пилары забацаем сразу. Сейчас пилары поставим, и можно будет улучшать, в принципе, все. Вскоре, возможно, поснимаю летсплейчики. Кстати, следующее видео должно выйти. Ну, комьюнити, естественно, я имею в виду видео, где я буду болтать так, чисто по игре. Скорее всего, выйдет рейдерство финнов. Такую вот замашечку дам, пропиарю немного. Так, в дерево все улучшим. В общем, довольно интересное видео получилось. Как я мстил финнам. Играл не один, но видео заключается в рейдерстве. Я думаю, это никому не интересно, и зафигарю тут музыку. А может и нет. Все, посмотрим, увидим. Пока что бегу улучшаю. Так, вроде все улучшили. Давайте стеночки поставим. И будем думать, где лестницу на второй этаж нам забацать. Так, на первом этаже окна не делаем. Я думаю, все уже знают мои принципы эти. Потому что окна самое слабое, что тут есть. И через них легко запрыгнуть. Ну, конечно, не прям уж, чтоб легко, но можно, если немножечко попотеть, поэтому... Не будем рисковать. Так, улучшаем все в дерево, как обычно. Вы, конечно же, улучшаете в самое мощное, на что хватает ресурсов. Так, лестницу на второй этаж предлагаю поставить в углу. Либо в этом, либо в противоположном. Либо в этом, либо вот в этом. Я поставлю вот в этом. Как-то слева мне больше нравится. Лестницу тоже сразу улучшу. Отлично. Так, и будем делать крышу. Все, как-то так. Надо тоже улучшить. Ну а теперь можно пиларчики поставить. Вроде везде поставил. Надо улучшить. По-моему, все улучшил. Так, на втором этаже, не знаю, надо ли делать окна. Ну, давайте вот с этого края не будем точно делать, где лестница, потому что нафиг они нам тут нужны. Так. Вот здесь тоже, пожалуй, не будем. Не будем здесь и здесь. А в остальных местах поставим окошки. Хотя нет, подождите. Сделаем-ка мы еще один этажик, наверное. Поставим тут стеночки. И сделаем какую-нибудь лесенку, используем. Вот такую, допустим. Так, надо улучшить.
все в дерево улучшаем. Аирдроп там летит, жужжит, мигает тут мне. Так, я надеюсь, будет на видео все видно, потому что ночи сейчас стали светлые, вообще в порядочке. Мне нравится. Так, давайте развернем, чтобы все было красивенько, аккуратненько, ровненько. Вот такой вот домик получается. Прикол дома в том, то что тут везде можно наставить дверных проемов и дверей. То есть вот здесь, 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 здесь. И в общем, если поставить везде, в них можно даже заблудиться. Возможно, это поможет кому-то спастись от рейдеров. Так, закроем лестницу стенкой с одной стороны. Тоже ее улучшим. Так, лестницу улучшили уже. Давайте продемонстрирую, в принципе, с дверными проемами. Двери ставить не буду. Дверные проемы наставлю. Вот так вот. Не можно еще тут дверной проем поставить, по приколу. И чистый этаж дверных проемов такой. Будет. Ничего ценного, допустим, ложить тут не стоит. Ну, под лесенку единственное, можно спрятать сундучок какой-нибудь. И все, давайте приступим к третьему, к заключительному этажу. Так, на этом этаже сделаем... Так, крышу не доставим. Сделаем типа веранды что-то. Поставлю выход сюда. Так, извиняюсь, пиларчики надо поставить. Такой ночной домик получился. Считай, за ночь полностью его построили. Уже, конечно, начало светать. Назову-ка видео, пожалуй, что-нибудь связанное с ночью. Главное, чтобы на видео было все хорошо видно. Ночью я еще ни разу построечки не делал. Все, все пиларчики улучшил. Надо еще крышу. Ну, точнее, пол последнего этажа улучшить. Вроде все. Надо сделать. Вот так. Так, так, так. И вот так. Вначале улучшаем все здесь. Тут сделаем такие бортики. Чисто верандочка такая будет. Можно с нее поотстреливать врагов. Ну или еще что-нибудь. Кому как нравится. Собацаем крышу. Тут поставим дверцу. Улучшим крышу. И бортики тоже улучшим. Ну как-то так. Пойдемте посмотрим домик снаружи. Доделали. Все. Теперь можно идти смотреть. Так, тут улучшать ничего не планировал. Так,
дверца. Вот так. Вот такая изба у нас получилась. Надо бежать по кругу полностью. Осмотреть ее. По-моему, довольно неплохо получилось. На этот домик у меня ушло 35 050 единиц дерева. Надеюсь, он вам понравился. Еще раз извиняюсь за то, что давно не было этой рубрики. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Удачи, друзья. Пока.